Для игры используется специальная страйкбольная пневматика с дульной энергией до 3 джоулей, стреляющая пластиковыми 6-миллиметровыми шариками без краски. Страйкбольную пневматику принято называть приводами. Нормально настроенные привода в среднем стреляют на дистанцию до 70 метров, а снайперские винтовки могут стрелять на дистанцию до 100 метров. Помимо моделей стрелкового оружия, в страйкболе есть специальные пиротехнические гранаты, ручные и подствольные гранатометы, дымовые шашки для прикрытия маневров и даже минометы, стреляющие из закрытой позиции на дистанции до 300 метров, корректировка которых чаще всего происходит с квадрокоптера. Попадание страйкбольного шарика в любую часть тела или снаряжения по всем правилам приводит к условному поражению игрока. Сама игра ведется на честность, то есть если в вас попали, вы должны сами себя признать пораженным. И по всем правилам игрок обязательно должен использовать защиту глаз. Про все основные правила страйкбола я...